Всем привет! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня я хочу сделать обзор масла барага. Его еще называют огуречная трава или же огуречник. Это масло является одним из самых полезных, потому что в нем очень много жирных кислот, которые насыщают нашу кожу витаминами и различными полезными свойствами. Его можно применять для кожи, которая очень воспалилась, она очень проблемная, и вы не знаете, как ее улучшить, как раз это масло поможет вам сохранить и красоту, и здоровье кожи. Также это масло подходит для кожи, которая начинает уже стареть, обвисать. Оно уберет морщины, особенно мимические, также и глубокие, подтягивает кожу, повышает ее эластичность, кожа становится красивой, подтянутой. Масло подходит идеально к раздраженной коже, оно восстанавливает эпидермис. Если у вас появилась краснота, зуд на коже, тогда это масло уменьшит эту красноту, уберет зуд. Это масло еще подходит для кожи, которая испытывает стресс. Такое тоже, наша кожа тоже подвержена стрессу, и это масло поможет избавить от таких проблем. Также это масло помогает еще и при целлюлите, растяжках. Можно наносить его либо отдельно, либо добавлять в крем для тела. Это масло еще хорошо влияет и на волосы. Оно препятствует их выпадению. Ваши волосы будут выпадать меньше, со временем перестанут, будут расти быстрее, станут гораздо гуще. Вы заметите этот эффект сами. Его можно добавлять и в мыло, с нуля. Тогда можно спокойно будет не умываться, мыть руки. Это мыло будет не только для красоты, но и для красоты вашей кожи. Масло барага еще очень хорошо укрепляет ногти. Если вы заметили, что ваши ногти начали слоиться, ломаться, тогда это масло поможет укрепить ногти. Они будут расти, не будут ломаться, и вы можете делать прекрасный себе маникюр. Также это масло воздействует на защитные функции кожи. Оно может препятствовать, например, сухости из-за зимы, из-за мороза, холодного ветра. Оно предотвращает пересушивание кожи. Также, если летом очень сильная жара, солнце, наша кожа тоже страдает из-за этого, тогда масло барага поможет защитить красоту нашей кожи. Я покажу более детально. Вот такая бутылочка. Фасовка идет 30 мл. Поставщик Германия. Спасибо, что посетили мой канал. Не забывайте заходить ко мне еще, ставить пальчик вверх, подписываться. До новых встреч!